Добрый вечер. Прежде чем перейдем к Владу Бахову, еще раз расставим все точки над «и». Хватит уже про мой голос говорить. Да не пил я никогда. Ну, пил, но последний раз, ну, лет 18 назад. Я принципиальный противник этого. Ну, неужели дырку не видно в шее? Трубка так долго стояла. Ссылка в описании. 2 года полного паралича. Как я был 2 года парализован, и потом еще где-то 4 года учился ходить. Также все время ямы кричат, какой я страшный. Во-первых, вот, особенно мужчин это касается, с лица воду не пить. Ну что это? А во-вторых, 20 лет назад, я же еще 15, я выглядел иначе. У меня был свой фан-клуб, ну, я был хорошим спортсменом, и девчонки-фанатки, там свой фан-клуб. Вот так. И теперь переходим к Владу Бахову. Вы заголосили ямы, что переписка, скрины, где Влад Бахов жалуется, понделка. И мамка его называет чмом, пинером, разбила ему нос, сказала, что ты всю жизнь, что из-за тебя вся жизнь под откос, ты мне все испортил, то есть чувство вины навешивает. То есть вы подумали, сказали, там наверху сказали, это понделка, это вброс против семьи Влада Бахова. Хорошо. Давайте, я вот 100% уверен в этих скринах, там, фильтр лапшины, там, железный человек. Давайте вот так вот. То, что он тогда убежал, это даже у Малахова она подтверждала. Он убежал тогда, друзьям. И эти побеги были не единожды, и не 2, и не 3. Он убегал из дома. Давайте разберемся. Человек бежит оттуда, где плохо, туда, где хорошо. То есть по-вашему. От самой хорошей мамы в мире Влад Бахов бежал к упырям. Как вы их называете? Так что ли? Что вы там курите? И вот особо, вот этих вот много комментариев, я один навскидку, что вот... Вот эти мать 12 матерей воспитали недолюдей, упырей, и что сами они не матери никакие. Упыри существуют в ваших упоротых мозгах. Вот только там, нигде больше. Вот как там зовут дамочку? Вот. Вам вот конкретно, вам, быстро, полис к психиатру и всех остальных ямы. Быстренько. Хватаем полис и бежим к психиатру лечиться. Потому это само собой не пройдет. Вы больные на всю голову. Всем спасибо, всем пока.